Три года молодежное движение на Северском трубном заводе возглавлял Сергей Вайц. Он придал работе системность. «Расти кроха», «Донорская помощь для детей» – это лишь малая часть мероприятий, которые внедрились в деятельность совета благодаря Сергею. Он поддержал традицию знаменитой «Азовки», игры «Брейн Ринг» и научно-практической конференции. Участвовал в разработке проекта «Посвящение в молодые рабочие», который стал ежегодным. На смену Сергею пришел 26-летний Алексей Трушков. Он работает в управлении информационных технологий. Известен как капитан команды КВН «Стоп-кран», активист и ведущий. В голосовании приняли участие 93 делегата из всех цехов и подразделений Северского трубного завода. За Алексея проголосовали 56 избирателей. В ближайшее время он заступит на новую должность.